Здравствуйте! Это продолжение нашего видео. Теперь автобус с другой стороны. Мы приехали, 26-й. Горловка. Какое число сегодня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Положили трубу. Вот и все. Автобус приехал. Люди приехали по назначению. Горводоканал. Вся хуйня. Здравствуйте. Премиум, полиция. Вон сидит, красавец. Добрый день. Всем здравствуйте. Вот так и живи. Водитель 26-го у нас. Сидят в жопе. Все приехали. Тот газик не вытащит никто. Никто не вытащит газик. Будем снимать дальше. Приехала помощь, говорят, да? Газик просто умер. Куда ты его тянешь? Суки, собаки. Что происходит? Ну куда ты его? Куда он, блядь? Пол машины, блин. Он его не вытащит. Нет. Он не вытащит. Приедут эти. Сегодня опять приедут с техникой, с кранами, блядь, и вытащили. Нормально. Опа, дергай. Так подымай уже. Подымай. Он ковшом его хочет поднять, чтобы это отдернуть. Серьезно, блядь. За что он его хочет поднять? Блядь? Он просто его хочет поднять ему жопу, блядь. Перевернет, блядь. Не, он жопа села, там конкретно его не вытащит. Вон, смотри, колесо уже будет вывернуто. Так а что я не видел или что? Это очень весело, если бы не было так грустно. Если он груженый, у него путь один. Ну да, если груженый, то да. Может пустой, может пустой. Что-то ж они его сюда пригнали. Ну едет же куда-то. По своим делам. Нет, там некуда больше проваливать. Есть. Не-не, вот там между ними некуда. Там автобус занял место справа, а этот слева, тоже справа, по своей движухе. А там было провалено. Сейчас подымет, сейчас глянь. Ну-ка, красавец. Давай, родной, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, да подымай же ты, хрена ли ты? А он их не сможет поднять. Не-не, о, подымай, давай. Жопу ему подымай. Бочину подымай, он вылезет сейчас.
Есть, были. Есть. 5 баллов. Сколько ж техники нужно использовать, чтобы... Чтобы вот так было. А ну лаза так, выхода. Лаза придется тоже, кстати. Ну, кстати, не за что цеплять. А да, там только, лаза, только надо, трубу. Блядь, только рам, только трубу пошел. Оторвать и гнилой банк. Ран надо, ран. А трактор помогал? Сейчас приедет. Лаза не поможет. Этому нет, поможет, нет. Этому не поможет. Хочет помочь, едет. А за что он его подымет? Вот оторвет, вот там гнилое. Нет, газону помогал. Трактор газону помогал? Да. Да, он груженый, но не очень. Там ива охренела такое, по мелочи, видно, немножко. Ой-ой. Ой-ой. Ой, суки. Нихуя себе пополам пива, блядь. Опа, братан. Держи, мой друг. Спасибо тебе. А чего? 6 баклажек 0,2-литровых калининского пива. Ну, это немного. Ну, это приятно. Ну, человеку, который за рулем, да. Пригодится, чувать. Водитель делает вид, что что-то пытается исправить, но это, по-моему, бесполезно. Спасибо, до свидания.